Молочная продукция может подорожать на 10-12%. Такой рост эксперты прогнозируют молочному рынку в следующем году. Скачок, по их мнению, следствие специального правительственного проекта. Документа, который разделит на полках магазинов продукты из натурального молочного жира и растительного. Проект будущего документа уже согласовали Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономразвития. Но производители молока на Алтае слабо верят в то, что новые правила действительно заработают. Говорят, уж слишком долго их ждут. Сейчас, объясняют фермеры, закупочная цена на молоко диктуется без учета интересов и даже в убыток молокопроизводителям. Литр стоит всего 19-20 рублей, при рыночной стоимости в 50. Новый документ, по мнению фермеров, мог бы исправить ситуацию. Натуральный продукт на сегодняшний день в магазинах стоит 95 рублей, который действительно сделан из молока. Вот и считайте, насколько мы должны поднять, ну, из производителей я имею в виду, те, кто занимается молочным животноводством, минимум на 50% мы должны поднять цену. А на рынке она, в принципе, должна остаться той же, какая сегодня есть. На сегодняшний день наживается-то только на нас. По мнению производителей молока, новый регламент принесет пользу и самим потребителям. На полках можно будет легко различить продукты из натурального молока и заменителей. Кстати, о росте цен говорят и производители хлеба. Повышение связывается со скачками валют и увеличением НДС. Кроме того, прогнозируют повышение стоимости мясной продукции. По словам мясопереработчиков, сейчас они работают в себе в убыток из-за роста цен на сырье в среднем на 30%.